Сегодня к нам в больницу привезли маленькую девочку, попавшую в аварию. Она нуждалась в редкой группе крови. В больницу приехали ее родители и брат-близнец, у которого была та же редкая группа, что и у нее. Я объяснил ему, что его сестра нуждается в крови и что это вопрос жизни и смерти. Он подумал о чем-то секунду, а затем, попрощавшись с родителями, Пошел со мной в палату. Когда мы с ним закончили я сказал ему, что он может отдохнуть. Он неожиданно спросил меня, как, разве я не умру? То есть в тот момент, когда он согласился пожертвовать своей кровью, он был уверен, что это убьет его. Но ради сестры он готов был отдать жизнь. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас. До вас доходило? Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.